Указ президента о поддержке экспортеров ожидается в самое ближайшее время. Как сообщили в Белорусской торгово-промышленной палате, документ предполагает финансовую помощь компаниям по продвижению белорусской продукции за рубеж. Среди норм указа – компенсация сертификации товаров на международных рынках. Для предприятий это существенные затраты. Оказывать поддержку планируется компаниям негосударственного сектора. Сейчас проходит последнее согласование с местными органами власти, которые, как и предполагается, и будут финансировать развитие экспорта. Мы говорим прежде всего о европейском рынке, где, скажем, сертификат, стоимость его может доходить до 60 тысяч евро. Это серьезные, да, и такие средства. Кроме всего прочего, процедура сертификации там тоже требует административных затрат, и она сложная. Поэтому вот компенсация сертификации продукции и компенсация части затрат для участия наших предприятий в отраслевых выставках. Для национального экспорта наряду с финансовой важна информационная поддержка. БелТПП с Мининформом накануне подписали совместный план освещения этой тематики в СМИ и отметили тех, кто справляется с этой задачей лучше других. Среди награжденных журналистов команда агентства теленовостей. У наших коллег отдела экономических новостей гран-при конкурса развития экспортного потенциала.